Так, следующий у нас идет Ибрагимов. Агнар. Добрый вечер, дамы и господа. Я хотел бы начать не с идеи, а с проблемы. Я работаю в банке, и в банке есть большая проблема. 20% людей занимаются проверками. Проверяют на базу террористов, на черном списке, на ЗАГСе, жив или мертв. Представляете, вот 20% людей, они просто тратят, огромную сумму тратят на их зарплаты, огромное время затрачено на проверки. Мы, например, запускали один проект, у нас примерно 3 дня занял, чтобы проверить базу террористов, базу в черном списке. И как бы наша идея в чем заключается? Создание определенной системы проверки физлиц. Если такая система позволит намного сократить время и сэкономить, соответственно, деньги для банков. Будем использовать технологии Colored Coins, соответственно, с помощью тегов будем подгружать данные из базы террористов, из должников, и присваивать им теги. Соответственно, можно будет сократить до минуты, грубо говоря, все эти проверки антычества и сэкономить время. Кто в команде, это я, Адам, и методолог, юрист, нам нужны разработчики. Спасибо.